каждом узоре история родного края. В Чувашии состоялся второй республиканский конкурс-выставка «Национальный костюм и современность». Экспозиция разместилась в Доме дружбы народов. Как одевались жители Чувашии в будни и по праздникам 100 лет назад? Что можно сказать о человеке, судя по его одежке? И как народные мотивы находят отражение в современной моде? Ответы на эти вопросы искали 20 мастеров. Это дизайнеры, художники-модельеры, искусствоведы и даже школьники и студенты. Они представили на конкурс-выставку около 40 авторских работ. Были определены 4 номинации. Традиционный костюм, современный, сценический и этнографический в реставрации. Каждая коллекция несет свою смысловую нагрузку, раскрывает отношение автора к обычаям и традициям своего народа. Все мы знаем, да, в Чувашской республике проживает более 128 национальностей. Тут и костюмы чуваши, тут и татары. Также не оставили без внимания вот костюмы республик Северного Кавказа. То, что было создано нашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, да, все мы знаем, история костюмов идет издревле. Вы, несмотря ни на какие трудности, по личной инициативе, несмотря на материальные трудности, я понимаю, да, на финансовые, по собственной инициативе поддерживаете, развиваете национальные костюмы и продвигаете. Особая творческая устремленность, желание сохранить свою аутентичность дорогого стоит. И дело вовсе не в наградах, а в любви к своей малой родине. Лауреатами конкурса стали Ольга Шмелева, Людмила Маскина, Лариса Белова и Елена Матросова. Рифат Фаткулин, Республика.